Мое желание сегодня снова обратиться к начальным главам книги Откровения. И вот в нашем внимании будет письмо или послание, которое было адресовано церкви города Сардис. Итак, жизнь семи церквей книги Откровения или жизнь семи церквей Малой Азии. Ну вот книга Откровения – это самая последняя книга, которая из книг Нового Завета, которая была написана. Вот к тому времени, когда апостол Иоанн написал эту книгу, христианству было приблизительно 70 лет. То есть 70 лет уже существует христианство, и вот когда мы читаем о первой главе книги Откровения, мы с вами можем посмотреть на жизнь наших братьев и сестер, на жизнь церквей. Знаете, вот что интересно, что вот наше отношение к книге Откровения такое, что это как будто бы закодированный текст, да? А в действительности вот все было наоборот. Вот в действительности апостол Иоанн вот для верующих написал не закодированный текст. Он написал не текст, который подлежит какому-то толкованию, а вот было совсем наоборот. А книга Откровения, в свою очередь, она давала объяснение или давала толкование тому, с чем сталкивались члены церкви. Ну вот я напомню, братья и сестры, что книга Откровения, она была предназначена для чтения вслух во время служения церкви. А вот так вот она начинается: «Блажен читающий и слушающие слова пророчества этого». То есть обратите внимание, есть один читающий и много слушающий. То есть книга, это послание было предназначено для чтения вслух во время богослужения церкви. А я вот так вот пытаюсь представить себя на месте людей, которые были в церкви. Они пришли на богослужение, да, и вот, может быть, служитель церкви говорил, у нас сегодня есть письмо, которое мы получили от нашего возлюбленного брата, апостола Иоанна. И вот сегодня вместо второй проповеди будет прочитано его послание. Вы знаете, вот представляю себе, вот как, прослушав вот эту книгу, друзья, как можно было возвратиться в свой мир? Вот прослушав книгу Откровения, да, вот какими они возвращались в свой мир? Друзья, они возвращались, они заново могли увидеть мир, в который потом они возвращались. И знаете, вот что они видели заново? Они увидели свой мир как часть более широкой реальности. И вот такая реальность, которая ставит наш повседневный мир совсем в другую перспективу. Вы знаете, друзья, действительно, вот как слушатели книги Откровения, мы с вами соприкасаемся с невидимым миром. И для чего? Для чего пишет апостол Иоанн? Вот для того, чтобы мы сегодня, братья и сестры, или как тогда, получили вот религиозный опыт и услышали призвание: «Блажен соблюдающий слова пророчества книги этой». Я вот представляю, как после богослужения верующие возвращались в свой мир. И вот они возвращались в свой мир, где, с одной стороны, были христианские лжепророки, там были николаиты, целая группа, не в одном только городе, а там была пророчица Иезавель, и каждый со своей стороны утверждает какую-то свою позицию. А с другой стороны, вот наши верующие братья и сестры возвращались в место, где вечным городом считается Рим. Очень распространенное высказывание «вечный Рим». Рим – это вечный город, где утверждается, что если падет Рим, то все остальное падет. И именно в таком мире верующие снова должны заняться делами и столкнуться с повседневной жизнью своих городов. Однако вот мы побывали с вами на богослужении, и они живут в мире с обновленным пониманием. Они двигаются через свой жизненный опыт в сфере вот той более широкой реальности, с которой их познакомил апостол Иоанн. А друзья, в этом особенность того, как была написана книга Откровения. Дело в том, что с самого начала апостол Иоанн направляет внимание слушателей на город, где они живут, и на церковь, в которой они принадлежат. И вот напомню вот эти вот основные вопросы, которые стояли перед общинами того времени. Вот сказал уже, да, это были соперничающие лжепророки. И вот что было плохого в том, что эти, соперничали эти лжепророки? А плохо было то, что своей деятельностью вот эти вот люди, группы, они вредили свидетельству церкви. А была постоянная эскалация напряженности в отношениях с синагогой, то есть иудеи враждебно относились к христианам. И как результат, друзья, растущая подозрительность и враждебность со стороны общества. То есть это мир, в котором жили наши братья и сестры уже в конце первого, начале второго века нашей эры. И, конечно, друзья, вот помимо вот таких вот больших вопросов, большинство верующих
были озабочены и более обыденными делами, такими делами, как обеспечение семьи. То есть им нужно было выживать в этом мире, кормить свои семьи, воспитывать своих детей. И вы знаете, друзья, вот в чем мудрость книги Откровения, в чем мудрость вот человека, который написал эту книгу, она заключается еще вот в следующем. То есть все насущные кризисы, вот попробуйте вот для себя представить свою жизнь, ну, перечислите для себя все свои кризисы. Вы знаете, вот апостол Иоанн очень эффективно все насущные кризисы ставит на фоне более значительного, на фоне всеобъемлющего кризиса, который, Иоанн говорит, вот-вот маячит на горизонте. Вы знаете, это он делает для того, чтобы общины рассмотрели все насущные проблемы в свете этого более важного вызова. Иоанн говорит, что верующим нужно подготовиться и успешно справиться с большим кризисом, ставки в котором значительно повышены. Конечно, друзья, кризис не в том, что постоянно возрастает напряженность в отношениях с обществом. Кризис заключается даже не в политическом или экономическом крахе империи, который предсказывает апостол Иоанн. Друзья, критический вызов, которому прежде всего необходимо уделить внимание, это грядущее посещение Бога и Его Мессии. Вспомните, как начинается эта книга. «Вот грядет с облаками, узрит его всякое око, и те, которые его пронзили, и возрыдают пред ним все племена земные. Я есть им Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть, был и грядет, Вседержитель». А с самого начала я описывает Бога не только как того, кто есть и был, друзья, но вот обратите внимание, как того, кто грядет, или как того, кто уже в пути. Вот слова звучат в этой книге, он уже в пути. И знаете, что это значит? Это значит, что его вмешательство в человеческие дела, оно неизбежно. То есть апостол предупреждает, что нас с вами ожидает событие вселенского значения. И вот этот вот грядущий кризис, друзья, он усилен самыми травматическими последствиями. Он вызовет плач у всех племен земли. Итак, самая большая угроза, с которой сталкиваются слушатели, друзья, это оказаться неподготовленным к встрече с Богом или Божьим Христом в Его пришествии. Ибо пришел день гнева Его, кто сможет устоять? Такой вопрос звучит на страницах этой книги. Опасность еще в том, что подвергнуться угрозе второй смерти или быть вычеркнутым из книги жизни. Друзья, именно этот вызов ставит все остальное в перспективу. Именно этот вызов, он призывает христиан быть готовыми к встрече с возвращающимся Христом. Это то, что книга Откровения ставит перед нашими глазами. Однако, друзья, Иоанн также обращает внимание на еще более близкое пришествие Господа. Это один из сюрпризов книги Откровения, особенно когда мы с вами читаем послание к семи церквам, а что Господь, которого верующие ждут и наблюдают, Он уже ходит. Он уже ходит посреди своих церквей. Он ходит, осматривая и наблюдая. И вы помните, друзья, что Он уже готов отсечь неплодный. Он уже готов сдвинуть светильник, если он светит не так, как надо. То есть это один из сюрпризов книги Откровения. Господь в церкви, Он ходит и наблюдает. Ну а теперь вот наш с вами текст. 3 глава, 1-6 стихов. Книга Откровения, 3 глава, 1-6 стихов. «Ангелу Сардийской церкви напиши. Так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд. Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны перед Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, как вор, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, и не сглажу имени его из книги жизни, исповедую имя его пред Отцом моим, пред ангелами его, имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквам». Ну, совсем немного о том, простите, о самом городе Сардисе, это как-то поможет нам в том, чтобы понять вот слова нашего Господа. Город был расположен на пересечении 5 дорог, с видом на красивую-красивую долину. А Сардис на то время, когда писал апостол Иоанн, был очень активным торговым городом, был очень-очень богатым городом. А город был столицей древней области под названием Лидия.
И вот, ну, может быть, 500-600 лет течений вот этого времени был одним из величайших городов мира. Вот если вы когда-то слышали о немножко мифическом, немножко реальном вот царе Крёзе, то царь Крёз очень-очень богатый, мудрый царь, он правил именно в этом городе, в городе Сардис. Есть еще одна деталь, друзья. А внутри города на почти неприступном холме располагалась крепость. Там была большая крепость. Да. Однако, вот несмотря на неприступность крепости, город дважды терпел унизительные поражения. То есть дважды город терпел унизительные поражения. Он был построен на холме, настолько крутом, что его оборона казалась неприступной. И вот в обоих случаях вражеские войска ночью преодолевали обрыв и обнаруживали, что самоуверенные жители города Сардиса просто не выставляли охрану. Они не выставляли охрану, надеясь на то, что крепость и вот неприступный холм защитит их город. Но вот к тому времени, когда писал апостол Иоанн, вот большую часть своей былой славы город, конечно, утратил. Он по-прежнему был известен своим богатством, роскошью, конечно, вот во всем этом развратной жизнью. Так, первый стих. «Ангелу Сардисской церкви напиши. Так говорит имеющий 7 духов Божьих и 7 звезд. Знаю дела, твои дела, ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв». Друзья, вот попробуйте себе представить Господа, и вот каким он предстает перед этой церковью. То есть мы видим, он держит 7 духов, ну, предполагаем, в одной руке, и 7 звезд в другой руке. То есть всякий раз, когда Господь обращается вот к одной из 7 церквей, он делает это в описании, о котором сказано раньше. Вот посмотрите, пожалуйста, если Библия у вас открыта, 1 главу, 4-5 стих. «Иоанн, 7 церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть, был и грядет, и от 7 духов, находящихся перед престолом Его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых, владыка царей земных». Знаете, вот почему, обращаю ваше внимание на 1 главу, 4-5 стих, этот отрывок помогает нам понять значение вот того, что значит 7 духов в руке Христа. А почему вот так вот написано 7 духов? Вот именно поскольку вот 7 духов, мы смотрим сейчас на первую главу, Отец и Сын объединены вместе, друзья, вот считается, что когда говорится о 7 духах в руках Христа, в руке Христа, говорится о Святом Духе. Но потому что, друзья, вот благодать и мир в Новом Завете, вот апостол Иоанн начинает, это вот 4 стих, «Благодать вам и мир». Вот благодать и мир в Новом Завете, они приходят к нам от Троицы, от Бога Отца, от Бога Сына и от Бога Духа Святого. А вот теперь давайте попробуем вернемся вот в Сардиса и послушаем, попробуем видеть Господа. Итак, он говорит, у меня в одной руке 7 духов Божьих, мы предполагаем, это Дух Святой, а в другой руке у него 7 звезд. То есть, если текст говорит нам о Духе Святом, то это немножко проясняет значение слов Христа. Знаете, в каком смысле, друзья? Вот подумайте, превознесенный Христос обращается к церкви в Сардисе. У нее есть имя, у нее есть репутация. И вот он смотрит на нее с вопросом, а жива церковь или мертва? И картина Христа такова. Он держит 7 звезд с одной стороны, а с другой стороны он держит 7 духов. Он как бы говорит, что он один. Только Христос способен объединить 7 звезд и Святой Дух. Именно в силе Духа Святого заключается надежда для мертвой церкви города Сардис. То есть представление о том, кем является Христос, оно соответствует их состоянию. Ну, семикратный Дух, вот так вот написано, друзья, или Дух Святой в своем многообразном служении. Христос способен объединить одно и другое. Итак, перед нами картина Церкви и Святого Духа. И живой Христос стремится объединить эти два понятия. А позвольте мне предложить вам вот разделение этих стихов, которое может помочь нам проследить за посланием церкви города Сардис. Знаете, вот как будто бы живой Христос, обращаясь к церкви, ставит перед церковью в Сардах, в Сардисе, 3 набора альтернатив или 3 исключающих друг друга возможности. Первый стих, друзья, альтернативы быть живым или мертвым. Второй и третий стих – альтернативы быть спящим или бодрствующим. И конец этого послания, после нескольких стихов, с 4 по 6 стихи – альтернативы быть немногими или многими. То есть именно в этом смысле мы с вами пройдем вот по этому посланию. Итак, живые или мертвые, бодрствующие или спящие, немногие или многие. Давайте посмотрим на первый стих. Это великий диагноз от того, что не так в церкви города Сардис.
Ты носишь имя, будто ты жив, но ты мертв. То есть речь идет о мертвости церкви города в Сардисе. А у церкви вот ничего не осталось, кроме имени, да, друзья? И вот мы справедливо предполагаем, что имеется в виду репутация церкви. То есть ты имеешь репутацию живой, действенной церкви, но вот в действительности ты мертв. Друзья, вообще вот услышать такое, да, друзья, вот что ты мертв, согласитесь, это ужасно. Да? К примеру, ну вот бывает такое, когда человек слышит диагноз врача. Когда, может быть, он читает письмо, или он получил телефонный звонок, в котором ему говорят, что ты живой, да, но вот в тебе смертельная болезнь. Друзья, вот эта реакция, которая должна была произойти у людей, услышать слова Господа, что ты мертв. Внешне, может быть, ты еще двигаешься. Внешне у тебя кажется, что есть здоровье, но внутри, вот диагноз врача, внутри он говорит, что ты мертв. Внешне не видно, но внутри врач знает, что происходит. То есть в данном случае это исходит от возвышенного Христа. И вот своим проницательным взглядом он говорит, у тебя есть репутация живого, но вот ты мертв. Я думаю, это очень-очень тревожно услышать. Ну, давайте попытаемся ответить на вопрос, откуда могла взяться репутация живой церкви? Почему, вот, смотря на Сардис, казалось, что эта церковь, она очень-очень живая? Я думаю, немножко нам поможет история и география. Конечно, просто предупреждаю, друзья, это только предположение. Хорошо, это только предположение. Итак, если Сардис – это очень богатый город, это было очень значимое, внушительное место, то есть вполне вероятно, что вот богатство города, значительность города как-то отражалось на жизни церкви. Мы предполагаем, что церковь, вероятно, не испытывала недостатка в материальных вещах. То есть вполне возможно, что церковь даже имела красивое здание. Вы знаете почему? Потому что есть свидетельство того, что в Сардисе было очень много красивых зданий разного рода. И вот какие-то ученые, да, друзья, они даже показывали, что вполне возможно, что среди красивых зданий города Сардиса она находилась, и было, одно из зданий было именно церковь. Далее. А возможно, в церкви были очень утонченные люди. Знаете, в каком смысле? Люди талантов и люди дарований. Возможно, это была большая церковь, друзья. Многие люди посещали эту церковь. Обратите внимание на третий стих. «Вспомни, что ты принял и слышал». «Вспомни прежние дни». То есть, или Господь говорит, вот вспомни, какие у тебя были привилегии. У тебя было очень много привилегий, которыми вы пользовались. То есть у церкви была очень значимая история. Очень значимая история, важная история. Ну, по крайней мере, из того, что мы здесь читаем, вполне вероятно, что они пользовались привилегией здравого учения. То есть там проповедовалось здравое учение. Там, давайте скажем, были очень хорошие проповедники. То есть церковь была хорошо основана, хорошее богослужение. И вполне возможно, что репутация живой церкви была обусловлена историей. И в общине были великие люди. Однако, друзья, это только репутация. Репутация живой церкви. Друзья, вот если мы сегодня мы говорим о живой церкви, вот что мы имеем в виду? Скорее всего, мы имеем в виду очень-очень деятельную церковь. В ней много чего происходит, у нее много планов, у них много событий. И вот если вы посетили вот такую живую церковь, у вас обязательно сложится впечатление, что в этом месте царит оживление. Здесь всегда что-то происходит. Может быть, из-за количества людей. Я думаю, друзья, это приводит нас с вами к очень сложному выводу. Дело в том, что мертвые церкви не обязательно пустые церкви. Мертвые церкви, друзья, не обязательно пустые церкви. Возможно, там было большое количество людей. Возможно, там было огромное количество активности. Возможно, там была большая жизненная сила в деятельности церкви. Позвольте мне еще раз повторить, друзья, мертвые церкви, не обязательно церкви, в которых есть пустота. Мертвые церкви – это очень важно, не обязательно являются церквями, где скучно. Там не было скучно, на богослужениях этой церкви не было скучно. Вполне возможно иметь репутацию очень живой церкви, не скучной церкви, и в то же время быть мертвой. Знаете почему, друзья? Потому что существует такая вещь, как иллюзия духовной жизнеспособности. Способности, которые измеряются чисто в человеческих терминах. А все это время небеса повторяют о том, что церковь уже мертва. Позвольте мне еще раз повторить, что в церкви не было ложного учения. В других церквах были николаиты, есть Иезавель. Но вот в этом послании нет ничего, что позволило бы предположить, что церковь исповедовала какую-то ересь. То есть нет обвинения в том, что они отклонились от истины. Но какой бы ни была их характеристика, что бы ни делало, что бы ни давало им эту характеристику, эту репутацию живых, друзья, ответ с небес, от превознесенного Христа, он гласит, что они мертвы.
Я думаю, это всегда нужная вещь. Знаете, в чем, друзья, нужная вещь? Вот спросить лично себя, вот в чем мы с вами заинтересованы? Вот я лично, в чем мы с вами заинтересованы? Заинтересован ли я в своей репутации больше, чем в действительности? Вот меня волнует моя репутация или волнует меня действительность моей жизни? Это важный вопрос. Имеет ли для меня большее значение мнение людей обо мне, чем мнение Христа обо мне? То есть вот в чем дело. Интересует ли нас репутация, а затем поддержание репутации, или нас интересует реальность? Знаете, я вот слышал о пожилом служителе церкви, и вот он уже в преклонном возрасте, он, скорее всего, посещал церковь. И вот он говорит, всякий раз, когда я посещаю церковь, я вот сам себя спрашиваю. То есть наблюдая за тем, как проходит богослужение, там, может быть, с людьми как-то знакомлюсь, он говорит, я всегда спрашиваю, а вот что в этой церкви происходит такого, что нельзя объяснить чисто человеческими словами, человеческими терминами? Что в этой церкви происходит такого, что нельзя объяснить человеческими терминами? Что здесь происходит такого, что нельзя объяснить простыми человеческими словами? Друзья, это великий вопрос. Великий вопрос о репутации или действительности, живой или мертвой. Очень важный вопрос. Вы знаете, друзья, потому что духовная жизнь не имеет ничего общего с тем, что человек может создать сам. Духовная жизнь не имеет ничего общего с тем, что человек может создать сам. Друзья, а мы можем создать целый ряд вещей и все равно услышать голос Христа, говорящий: «Ты мертв». Итак, это первая альтернатива – живое или мертвое, репутация или действительность. Друзья, ну вспомните Евангелие, вот живость определенной группы людей, которые пришли ко Христу и говорили: «От Твоего имени мы пророчествовали, Твоим именем бесов изгоняли, Твоим именем чудеса творили». То есть мы совершали много могущественного. Господи, неужели Ты об этом не знаешь? И помните слова Господа: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня». Знаете, это очень сокрушительно, друзья. Знаете, в каком смысле? Потому что это были люди, которые, очевидно, видели силу. Это были люди, которые знали силу, вот какую-то силу. Это немного опасно, друзья, в церкви Христа жаждать силу. Я еще раз повторю, это немного опасно в церкви Христа жаждать силу, потому что, если мы хотим Божьей силы, не желая, чтобы она сочеталась со славой Божьей, друзья, мы хотим чего-то, что может разрушить нас, а не благословить. Где бы мы ни служили, что бы мы ни делали в церкви, нам нужно молить Бога, искать Божьи силы только для Божьей славы. Искать Божьи силы только для Божьей славы. Вы знаете почему, друзья? Потому что человеческая плоть такова. Так легко мы захотим Божьи силы для нашей собственной славы. Я думаю, возможно, что именно это часто происходит так или иначе, когда церковь начинает умирать. Второй стих. «Бодрствуй и утверждай прочее, близкое к смерти». Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны, ну или сделаны полными, исполнены полностью перед Богом моим. Ну вот если вы читаете по-английски, посмотрите, как написано, интересно. Вот в русском языке «бодрствуй», да? А вот в английском написано «проснись». То есть «проснись». Да вот, вот призыв Христа «проснись». «Я не видел, не нашел ваших дел, исполнен в очах Бога моего». «Я нашел дела ваши, но опять пустыми». И вот это вот, в этом смысл этой фразы «нашел ваши дела пустыми», то есть это пустота. Друзья, вот это, если речь идет о очень деятельной церкви, об активной церкви, вот взгляд Христа снова такой, дела пустые, а в них ничего нет. То есть люди, знаете, почему проснись? Потому что люди живут в иллюзии. То есть люди живут в иллюзии, а Господь говорит «проснись». И вот здесь мы встречаем замечательную картину того, друзья, замечательную картину вот того, каким может быть свидетельство пробуждение посланного с небес. А знаете, вот может быть, ну как-то в фильмах такое бывает заметно, когда что-то, вот человек, может быть, теряет сознание, да, и вот кто-то стоит рядом, да, он подхватывает его, да, и он просто держит его, говорит, только не усни, вот только не усни. Посмотрите, друзья, вот четыре императива, четыре повеления, второй и третий стих, они как пули звучат, да, бодрствуй, утверждай, вспомни, храни. То есть церковь умирает. Господь не оставляет ее, да, и вот он как бы обращается и говорит: бодрствуй, утверждай, вспомни и храни. Итак, друзья, пробуждение, то есть проснуться. Во-первых, друзья, в высшей степени, вот настоящее пробуждение начинается с того, когда человек просыпается к реальности Бога, когда человек просыпается к тому, к живому Богу, к тому, кем он на самом деле является, то есть не прирученным Богом, но живым, святым и славным Богом, то есть вот к чему люди просыпаются, пробуждаются. И только затем, друзья, человек пробуждается к правде о себе. Только затем он может увидеть себя, увидеть свою нужду. То есть человек сталкивается с действительностью того, кто он есть.
Друзья, Сардис был городом уверенным в себе, уверенным в своей крепости. Однако, проснувшись рано утром, обнаружил, что на него напали. То есть мы не готовы к разрушению. Только Бог может сделать пробуждение. Заметьте, друзья, еще раз повторю, что это работа Бога, это работа Святого Духа. Только Дух Божий может сделать это. Вот далее что происходит? Вот не просто пробуждение, вот проснуться, а еще и укрепление того, что осталось. Вот попробуйте понять смысл, что значит укрепи того, то, что у тебя осталось, утверждай прочее близкое к смерти. То есть живой Христос говорит, что вот прекрати какой-то процесс. Вот прекратите какой-то процесс. Больше не интересуйтесь простой репутацией. В очах Бога моего вся ваша деятельность пуста. Друзья, вот я уверен, что каждый из нас с вами имел такой опыт встречи с людьми. Встречи с людьми, которые очень много говорят о Господе, да, и мы понимаем, что о Господе легко говорить. Но вот в каких-то ситуациях, друзья, как-то приоткрывается жизнь этого человека. И мы с вами можем, вот имеем такую возможность вот заглянуть за оболочку, и мы видим, что жизнь пустая. То есть человек говорит о Господе, а внутри ничего нет. То есть Христос говорит, вот давайте прекратим эту жизнь. То есть взгляните за пределы оболочки, загляните в жизнь. То есть внутри жизнь пуста. Давайте покончим с жизнью на этом уровне. На уровне, на котором мы с вами живем. Давайте станем действительностью того, что мы с Богом. И так проснись, укрепляй то, что близко к смерти. А теперь, друзья, очень интересно. Третий стих. Вспомни. Вспомни, что ты принял и слышал. То есть вспомни истину, которой вы были научены. Вот еще раз повторю, друзья, что Сардис, он не был церковью, где не учили. Дело было в том, чтобы Слово Божье звучало, но оно проходило мимо. Знаете, в каком смысле, друзья, мы слушаем Слово, мы читаем Библию, но она нас не преображает. Она ничего не меняет в нашей жизни. А сегодня, вы согласитесь, друзья, это самая распространенная духовная болезнь среди верующих людей. Мы Слово Божье слышим, но оно ничего с нами не делает. Оно никак нас, с нами, никак нас с вами не меняет. Мы имеем Слово Божье, воспринимаем его как Слово человеческое, как еще одна интересная человеческая книга. Есть своего рода барьер, друзья, или своего рода вот стекло над нашими духовными глазами. Может быть, мозоли над нашим сердцем. Почему? Потому что мы духовно, простите, ленивы. Мы духовно ленивы, мы не живы и уже не жаждем Божьего Слова. Ведь одним из самых первых признаков любой физической болезни является потеря аппетита. Не так ли, друзья? Придете к врачу, в первую очередь врач спросит, как у вас аппетит. Ответьте для себя на вопрос, друзья, вот сейчас это очень уместно спросить. А сколько по времени должна занимать проповедь? Знаете, есть невысказанное общественное мнение среди вот христиан здесь в Америке. И вот, ну вот в основном так люди, которые посещают церковь, просто посещают церковь, они говорят, знаете, давайте самая лучшая проповедь 10-12 минут. Хорошо? Ответь на следующий вопрос. А сколько богослужений должно быть в течение недели? Как должен проходить разбор? Как должно проходить изучение Библии? Я думаю, это очень насущный вопрос. Друзья, знаете в чем? В том, что мы забыли слова Господа. Помните, ведь он говорит, что когда слово проповедуется, вот как только оно попадает в землю, да, друзья, прилетают птицы, и они уносят это слово. Оно длится, давайте скажем нашим языком, только в течение утреннего богослужения, а затем птицы небесные просто скрывают его, и мы полностью слово забываем. Итак, пробуждение, укрепление, вспоминание. И не просто вспоминание, друзья, а вот именно послушание. То есть не просто слушать истину, но именно послушание. Другими словами, вот то, что им было нужно, не было чем-то новым. Да, друзья? То, что нужно было этой церкви, не было чем-то новым. Понимаете, вот новизна... Вот сама по себе никогда, вот с уверенностью говорю, никогда никому ничего не давала в духовном плане. Новизна никогда никому ничего не давала в духовном плане. Хотел бы еще раз повторить это, друзья, потому что мы отчаянно нуждаемся в этом, чтобы усвоить, что сама по себе новизна ничего не дает в духовном плане. Что нужно сделать, так это вспомнить, чему нас с вами учили, чему научились, что они получили и что мы слышали. И затем предупреждение третьего стихе. Если же не будешь бодрствовать, найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, в который час найду на тебя. Заканчивая, вот уже обращу ваше внимание на последние несколько стихов, друзья. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны.
Не знаю, друзья, вот от чего загрязняется одежда, иногда больше. То есть, с одной стороны, конечно, в мире она загрязняется, одежда, но представьте себе жизнь вот в такой церкви. И в такой церкви одежда тоже загрязняется. И Господь вот обращает внимание, ну, с немногие, не запятнавшие своих одежд, они пойдут со мною, облеченные в белое, потому что вот они достойны. То есть это повторяется. Вот, друзья, вот здесь звучит, с 4 по 6 стих, самый настоящий призыв, я повторю, к личному освящению. Самый настоящий призыв к личному освящению. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды, не сглажу имени его из книги жизни, исповедую имя его пред Отцом и пред ангелами его. То есть на данный момент, друзья, вот поймите, не важно, что делает церковь в Сардисе. Вот на данный момент это не важно. Но то, каковы на самом деле истинные верующие, и что они делают. А Господь говорит, вот в этой церкви их совсем немного. А в этой церкви с прекрасной репутацией было, похоже, множество людей, которые на самом деле были мертвы. И Господь говорит, вот у вас есть немногие, совсем немногие, которые не запятнали одежды своих, и они пойдут со мною, одетые в белых одеждах, ибо они достойны. Но, друзья, вот, скорее всего, это то, что Священное Писание часто называет вот остатком Божьего народа. И вот если вы помните, друзья, как отношение Бога к израильскому народу, да, вот когда они не приняли Христа, то есть вот все внимание Бога к остатку. Вот к тем немногим, да, вот его как бы не интересует, что это маленькая группа. Но все внимание его вот именно к этой группе. То есть какой бы маленькой ни была эта группа в этой конкретной ситуации, но это была группа, которая не преклонила колено, которая не пошла по пути большинства. Если шли по пути просто репутации, друзья, они не были мертвыми. То есть они были в этой церкви, но они не были мертвыми. Еще раз говорю, друзья, что это действительно призыв к личному посвящению, к личному освящению. Очень интересно это понять. Знаете, вот великая цель Бога в этом мире – созидание Его церкви. Но вот есть вопрос, который обращен к нам с вами. То есть если Бог созидает церковь, друзья, мы, с другой стороны, не можем возлагать всю свою надежду только на церковь. То есть мы не можем возлагать всю свою надежду только на церковь. С другой стороны, братья и сестры, мы не можем обвинять церковь в нашем состоянии. Мы не можем обвинять церковь в нашем состоянии. Это очень важная вещь, которую мы должны понять. Простая принадлежность церкви не приносит порядка в отношениях с Богом. Я являюсь частью этой церкви с репутацией. То есть это не основание для нашей надежды. Но с другой стороны, друзья, это не является средством оправдания себя в присутствии Бога. Говоря, ну вот в такой была церковь. То есть Бог говорит о том, что действительно имело значение для нас с вами в нашей жизни. Друзья, я уже вот буду заканчивать. И вот, знаете, вот эти вот слова о многих и немногих. Вспомните, пожалуйста, вот Господа, который был вот последний вечер с учениками. И вот когда Он сказал слова, да, что один из вас предаст Меня. Друзья, вы помните, как заволновались ученики? Как они, перебивая друг друга, начали спрашивать, «Господи, неужели это я? Не я ли? Не я ли?» Вполне возможно, Иуда тоже вот спросил этот вопрос. Знаете, в чем смысл, в чем суть, друзья? Есть люди, которых это не касается. Да, вот если Господь говорит о мертвой церкви, есть люди, которых это не касается, но это люди, которые ближе всего это воспринимают в церкви. Понимаете? Это их не касается. Вот то, что кто-то предаст Христа, не касалось Петра, Иакова, Иоанна, это касалось Иуды. Но больше всего это переживали те, кого это не касается. Еще раз повторяю, братья и сестры, что это великий призыв к личному освящению. А мы сегодня с вами, вот, ну, может, я надеюсь, озадачены этим вопросом, да, друзья, вот что же происходит с нашими церквями? Да, вот что же происходит? Ну, не сказать, что мы мертвы, не сказать нет. Друзья, но с другой стороны, мы понимаем, ну вот чего-то нет. Вот чего же нет в наших церквах, братья и сестры? Чего же нет, вот этот вопрос не отвеченный. Но пока он не отвечен, братья и сестры, у нас призыв Господа посвятить себя личному освящению, ходить перед Господом и бояться Господа. Вы знаете, вот в действительности, вот, ну, как бы строго Господь начинает, да, вот такое услышать, что ты мертв, да. А посмотрите, как Он заканчивает, да, вот у тебя есть люди, Он говорит, которые будут ходить со мной в белых одеждах. Может быть, начал Он строго, друзья, заканчивает Он с утешением. Он заканчивает с глубоким-глубоким утешением. Он говорит, ходите перед Богом. Ходите перед Богом, и вот неважно, может быть, что вот есть у церкви есть репутация, да, но действительно они мертвы, но вот у вас есть имя. Господь говорит, я это имя знаю, и это имя я исповедую перед Отцом Моим Небесным. Вы понимаете, что важно, братья и сестры? Важно не то, что думают о нас люди.
Или как посмотрят нас люди, важно то, что подумает о нас Бог. Ну, Нагорную проповедь вспомните, да, как Господь учил молиться, как Господь учил жертвовать, как Господь учил поститься, да, чтобы одна рука не знала делать, что другая рука, что если молитесь, зайдите. То есть, друзья, мы призваны вот в нашем хождении ходить перед Богом. И пусть Господь нас с вами в этом благословит. Аминь. Я призываю вас к молитве, к желанию помолиться. Пожалуйста, помолитесь.